27 февраля Ставропольский государственный аграрный университет прощается зимой и встречает масленичную неделю. Студенты всех факультетов подготовили самых веселых коробейников, самые красивые и вкусные подворья. Давайте посмотрим. В такой теплый и солнечный день студенты и преподаватели аграрного университета с радостью вышли во двор вуза, чтобы попрощаться с зимой. А самые сильные представители факультетов поборолись за победу в номинации «Перетягивание каната». Традиционный конкурс определил сильнейших. Ими стали студенты факультетов ветеринарной медицины и биотехнологического факультета. Наш факультет подготовил очень много всего особенного. Среди этого оригинальное блюдо, которое настолько оригинальное, что оно очень оригинальное. Также подготовили меня, как видите. Я весь в обмундировании и с лоточком всяких разных вкусностей. Студенты готовили самые изящные блюда из блинов и не только. Угощали многоуважаемого жюри и гостей праздника конфетами, пряниками и пирогами. Радовали креативными творческими номерами и затейливыми коробейниками. Удивлять сегодня будем невероятно крутым творческим номером. У нас там будет небольшой сюрприз для всех. Ну и, конечно, нашим подворьем и самыми вкусными блинами, я так думаю. По результатам гуляний строгое, но компетентное жюри определило победителей каждой номинации, а также обладателей гран-при, которыми стали факультет агробиологии земельных ресурсов и экологии и ландшафтной архитектуры. От лица всего студенчества мы поздравляем вас с широкой масленицей и желаем теплой весны и вкусных блинов. Татьяна Скрипченко, Амин Жилов, пресс-служба Эстагау.